Рабочий день Марины Половинкиной начинается задолго до восхода солнца, точнее в 5 утра. Собраться, одеться, накраситься и в путь на станцию техосмотра. Марина Половинкина работает водителем «Газели». Рев мотора в руках баранка. Люди уже привыкли, когда видят женщину за рулем авто, а вот леди за рулем «Газели» до сих пор диковинка. Иногда на маленькой машине там русские, вы там баба за рулем. А другие там молодой снимался. Помашу. Управлять автомобилем женщина мечтала еще со школьной скамьи. Тогда она видела себя в роли таксиста. Однако мечта сбылась не сразу. У меня муж тоже водитель. Я тоже выучилась. И стала водить. 6 лет уже. Но сейчас он в силу обстоятельств снял пока с маршрута машину. И мы иногда спорим из-за руля, кто сядет за руль. За рулем «Газели» Марина Половинкина уже 6 лет. Ни на какую другую, говорит, эту работу не променяет. А чем нравится? Руль держать? Ну вообще, да, руль. На дороге, что машина большая, все равно такая. С людьми. Я раньше в торговле работала тоже с людьми. Какое-то движение, общение, вот это вот. Встречные. Мы пока не стемнеет, друг другу приветствуем машем руками. Маршрут руками свои, с других маршрутов, даже с междугородных. Марина Половинкина работает на маршруте 17У. Дорога лежит от железнодорожного вокзала до Старателя. За смену женщина проделывает этот путь около 6 раз. Наступающим. Спасибо, вас тоже. Работает Марина Половинкина и по выходным, и в праздники. Даже в Международный женский день она собирается сесть за руль автомобиля, чтобы радовать пассажиров своим настроением и своей улыбкой. Хочу всех тагильчанок поздравить с праздником весны. Пожелать, естественно, хорошего здоровья, хорошего настроения, счастья и исполнения всех мечт.